спрыгала с трамплина, 6-9. Гоняла на лыжах. Ну да, адреналина не хватало. Подхожу на кассу, и тут всех эвакуируют, а в здании заложена бомба. Но жизнь так сложилась, что я должна пахать там, как папа Карло, для того, чтобы там у моего ребенка было все. Я говорю, а вы как хотите, чтобы я вам пришла и сказала, заплатите мне там 3 штуки баксов, я вас там буду начну продвигать? Это же бред полный. Все реально сидят с закрытым ртом и начинают реально верить в то, что верит он. Он прям приходит и говорит, блин, вот я вам принес интернет, сейчас я вам расскажу, что это за штука, да? Ты начинаешь читать и теряешь сознание на полусловие там. Первые 30%, наверное, это реально там, извращенцы. Мы работаем по показам, у нас есть типа таргетинга, там, начинаешь рассказывать, и ты реально, ну, в смысле, ты же вроде как бы серьезным человеком, расскажешь. И тут он говорит, а что такое по показам? И ты думаешь, твою мать, а? Хочу именно стать хорошей такой мамой, чтобы мой сын там говорил, блин, это моя мама. О, да у меня мама классная.